Ну, чуваки, вот, собственно, вот под прошлым видео мы набрали достаточно много лайков. Вот я выпускаю вам новую 8-ю серию. Сериал «Школка за школьника». Ну что, ребята, желаю вам приятного просмотра. Итак, где тут мой чемодан? Эй, ты что делаешь? Ага, что делаю? Что? Круто все решать за своего сына, да? Что это такое? Чё ты тут на мою девушку наговорил? А что я наговорил? Полиночка, тебе лучше остаться один. Это ж... Откуда ты это взял? А услышал. Я переезжаю жить к папе. Какому ты папе переезжаешь жить? Вот, у меня то есть не один папа. Ах то. Я тебе сейчас лупить здесь начну тебя. Ну попробуй, я ухожу. Вообще, блин. Эй, ты что делаешь? Дурная, ты что делаешь? Так, ты никуда не поедешь. А может, это ему решать, что ему делать? Папа, я вещи уже собрал. Ты никуда не едешь. Дима, я просто узнал, хотел узнать, когда ты расстанешься со своей девушкой. У подруг своих узнай, когда ты расстанешься. Пошли. О, Димон, привет. Слушай, ты решил, что будешь делать с детскими Полиной? Да, я решил, что мне нужно с ними помириться. Я уже устал с ними ссориться. Тем более, дерзкие реально не собираются. Им не нужны отношения. Полина меня любит все равно, я так ей накричал. Да, Дима, тебе надо исправляться. Слушай, сегодня... Александр и Дмитрий. Если не хотите быть отчислены, быстро в спортзал. Спортзал? Ну пошли. Алексей Евгеньевич, за что мы бегаем? Так, без разговорчика там дерзкий. Я сказал, бегом, все четверо. Ну что, спасибо, Димон и Саша. Молодцы, блин. Да что мы-то? А тем, что из-за вас все время эти проблемы возникают. Да, Полина, я хочу сказать тебе кое-что. Так, стоп! Я все, стоп! Так, Архарас, я что-то не понял. Вы хотите учиться в этой школе или нет? Ну, допустим, хотим. Так вот. Если хотите, то я вам предлагаю предложение. Если я вам даю последний шанс. С четверым вам. Если вы его не выполните, его не используете, то исключаю. Что, вы нас выгонять собрались, что ли? Так, мне уже терпение лопнуло, господа Полина. Поэтому я вас в четверг исключу, если вы не используете мой шанс, ваш шанс. У вас последний шанс есть исправиться. О! Алексей Евгеньевич, а может Санек и Димон еще больше 10 кругов пробегут? У них же залеты так погуще, чем у нас с Полинкой. Так, ты сейчас у меня пойдешь 10 кругов бегать. Короче, поучаствуйте в конкурсе к «Золотой голос». Короче, участвуйте. Если вы выиграете, то вам я вас не отчислю. Ну окей, окей. Короче, я вот так даю. Там Дмитрий на барабанах, там Дерзкий там что-то там на синтезаторе, Александр Вынабор на... Александр, вы споете, так сказать. Вы же хорошо умеете петь. Поэтому споете.
Я не особо умею так петь. Так, ну вы должны вас спеть. Или, а то я вас отчислю. Будьте отчислены у меня тогда. Ну что, Дима, звони папе. Скажи, что, чтобы он сюда приезжал. Это ведь мы же из-за тебя здесь находимся. Почему из-за меня? Да потому что ты уже всех достал. Короче, расходитесь. Я потом к вам зайду. Слушайте, а вообще кто-то знает какую-то хрень играть, а? Да, видимо, никто не знает. Я вообще не отличный певец. Да, Саша, мы из-за тебя, видимо, не выиграем. Ага, Полиночка, не говори. Особенно Димон этого. Ничего не ожидаешь. Видимо, из-за него мы проиграем. Ты дерзкий, дерзкий, Полина, послушайте. Да что слушать? Ты нам вчера такое рассказал. Короче, простите, пожалуйста, меня, я был неправ. Знаешь что, Димон, мне обидно. Мне обидно, потому что ты прокакал весь коллектив, понимаешь? Меня прокакал, девочку прокакал. Короче, ты все прокакал. Димон, пожалуйста, можно мы втроем выступим? Спокойно, без тебя. Ты там посмотришь спокойно наш концерт, и все. Пожалуйста, просто уйди. Ну, извините, пожалуйста, я больше так не буду. Дима, дерзкий реально прав. Да блин, Полина, тихо, что ты с этим дерзким наступаешь? Димон, и мне реально очень-очень обидно, что ты так со мной поступил однажды, поэтому я уже у папы живу. Да вы поняли, что у тебя мать такая шлюха, если честно. Вот-вот, она вообще с ума сошла. Да вы поняли, без тебя, Димон. Пожалуйста, уйди нахуй отсюда. Пожалуйста, съебись отсюда. Пожалуйста, умоляю тебя, просто съебись нахуй. Эх, неужели такой плохой, что мне больше никто не хочет верить, никто не хочет меня брать никуда. Неужели я такой плохой? Никому я не нужен. Сейчас на дорогу бросится под машину какой-то. Да и будете знать, как без меня. Будете плакать потом без меня. Вам так похуй на меня. Эх, на лавочку сяду. Дмитрий, а вы чё здесь сидите, а? Ведь у вас же концерт. Так, Алексей Евгеньевич, меня более никто не хочет брать. Кто тебя не хочет брать? Дерзкие, Полина. Чё они не хотят брать? Ты просто на них что-то накричал такое. Я хочу с ними помириться, они меня больше даже не хотят слушать. Так, Дмитрий, я хочу сказать, что мне вообще все равно, что не хочет. С тем не хочу, с тем другим не хочу. Это ваша обязанность. Всем четверым, так сказать, вам выступить на концерте. Пошли-ка со мной, я сейчас с этим дерзким разберусь. Опять ты, Димон. Так, вы что тут здесь говорите такого Димона, а? Вы с Полиной. Чего вы тут такое говорите про Димона? Нормальный он. Чего вы его не хотите брать? Да потому что он нам все испортит только. Он вообще ни на барабанах ни хрена не умеет играть. Вообще ни в что. Дерзкий, я умею в барабаны играть. Видите, никто. Кто меня не хочет слушать? Ну, Дмитрий, увы. Они не хотят брать. Ладно, посмотрите концерт по телевизору. Знаешь что, Димон? И мы какого-то лучше другого гитариста возьмем, вместо барабанщика возьмем, вместо тебя. Иди ты в жопу. Дерзкий, зачем ты так с ним грубо, а?
Да Саня, он заслужил это вообще. Или ты тоже хочешь уйти? Нет, нет, я здесь. Эх. Ладно, Дмитрий, посмотрите концерт по телевизору. Идите. Никто не хочет меня брать. Никому не нужен. Дима. Владислав Палыч. Что случилось? А? Чего ты тут сидишь, плачешь? Да блин, мне просто друзья никто не хочет меня брать на концерт. У нас сегодня концерт, четверых директор сказал. А дерзкие с Полиной не хотят меня брать концерт. Потому что я с ней типа поссорился чуть-чуть. Обиделась телека чуть. Но я реально не хотел. Дима, все нормально будет. Хватит рыдать. Ты мужик, в конце концов, а не баба какая-то. Насрать на дерзкого. Ты должен выполнять просьбу Алексея Евгеньевича. Мне вообще чихать, что... Тебе вообще должно чихать, что они тебе говорят, типа, будем без тебя выступать. На, плевать. Просто плюнь на это все. И выступь в концерте. Мужик ты, Дима. И очень классный. Ты хороший парень. Спасибо, Владислав Павлович. Да вот поэтому возьми в себя руки. Не будь бабой. И порви всех. Хорошо. Все, жду и факт на Лазаре, чтобы вы были с наградой. Спасибо. Димон, удачи. Спасибо. Хороший ты, Владислав Павлович. Мне всегда помогает, любит меня. Эти, блин, больше не хотят со мной общаться, придурки. Хотя чё я не терпел, в конце концов. Я должен плюнуть на то, что они говорят. Мне плевать. Мне плевать на то, что они говорят. Просто надо взять руки в себя и все. Что? Эй, я не понял. Какого хрена ты тут делаешь, а? Я же тебе русским языком сказал, не выступаешь, блин. Хрена ты сюда пришел. Да дерзкий, я не хочу вам ничего плохого делать. Я хочу с вами помириться. Я уже помирился, нихуя. Нихуя больше ничего не спрашиваешь. Ты дерзкий, пожалуйста, поверьте мне, это я не разбил гитару. А, ты врешь специально, чтобы отмазаться. Мы только хотели выступить спокойно, порепетировать, а ты все испортил. Спасибо. Да, согласен с Полинкой. Ты все испортил. Ты только портишь все. Не хочу тебя брать. Не хотим тебя брать. Дерзкий, зачем ты так с Димой, а? Нормальный, хороший. Нормальный парень. Да хватит уже. Мне вообще плевать, что ты меня не возьмешь в команду. Чё ты сказал? Иди сюда. Ай. Чё сказал при меня, придурок? Ну сюда иди, блин. Чё Дерзкий, же, не ебу надо. нахуй? Ай, ай. Эй, а ну быстро отпусти его. Владислав Палыч. Чё ты тут делаешь, а? Чё ты на него нападаешь? Этот придурок меня уже достал. Так, нормальный чувак. Чё вообще с рук отбился, а? Ты чё делаешь с учениками, а? Чего ты на него нападаешь? Да чё он ко мне тут говорит, что ему чихать, что мы его не возьмем? Правильно говорить, потому что я ему такое сказал. Что? Вы? Да нахуя? Я не возьму его в команду, потому что он все портит. Он ничего не испортит. Нормальный чувак. И хорошо на барабанах умею играть. Нихуя ты не умеешь ничего. Только умеешь тут ныть. Ты что сказал? Ты сейчас директор у меня пойдешь. Мит, Дима, не слушай его. Тебе вообще пихать должно все. Вспомни, что я тебе говорил. Ой-ой-ой, вспомни, что я тебе говорил. Да вы охренели. Что сказал? Директору пошли.
А мне не надо было вызывать. Я здесь. Вот, товарищ директор. Вот разберитесь с этим. Вот этот избивает его. Кого избивает? Как этого звать, Крыжо? Его дерзкий. Так, дерзкий, это что такое? Чё ты избиваешь Дмитрия? Да потому что он достал, ему вообще пчихать, что мы его не берем. Так, вообще-то, вы дружный коллектив. Вы не должны быть врагами. Вы четыре. Дружная команда. И вот я ему сказал, что не слушать никого, что типа не берешь. А этот избивает его. Так, да, Владислав Павлович. Пусть трое будут. Ладно, Дмитрий. Ну, извините. Эх, ладно. Дима, если что, с тобой посмотрим концерт вместе. Ладно. Ну вот, хотя бы дошлось что-то. Все, я пошел тогда. Да, идите. Тимон, уйди, пожалуйста, съебись. Ну, я хочу извиниться перед вами. Да, чё ты извиняться будешь, а? Я не хочу быть одиноким. Дерзкий, реальный, прости его, он не прав был. Надо прощать вообще-то некоторых людей, если даже он... Друзей прощать своих родных. Ты знаешь что, мне обидно такое, что ты сказал, что меня обосрал вчера. Мне обидно очень. Мне с Полиной прям обидно очень. Так. Ничего не знаю. Будете выступать мне на сцене. Диму, не обижать. Я пошел. Дима, ты мужик, запомни. Ты лучший. Спасибо, Владислав Павлович. Все, чао. Ой-ой-ой, видимо, Владислав Павлович только тебя может прикрывать. Сам нихуя не может постоять за себя. Ну, дерзкий, ты же не был таким... Не был, когда ты вчера нахуячил нам всякую хрень. Не надо было такое делать, вот поэтому. Мы не хотим тебя брать. Ты дерзкий, да пожалуйста, умоляю тебя. Да чё умоляй? Чё умоляй? Их без толку тебя. Ноль. Эх. Всё, Санёк, пошли репетировать. Ну, пошли. Димон, уйди, пожалуйста. Короче. О, Дима. Чё, ты пришёл, да? Чё, выступаешь, да? Слушай, Димон, го с нами, нам четвертого как раз не хватает. Нет, Андрей, извини, я не хочу выступать после того, что вы сделали. Чё мы сделали тебе такого, а? Вы смонтировали фотку, которая неправдивная. Что ты говоришь такое? Это реально говорю. Ага, мне все рассказали Полина с Дерзким. Извини, Андрей, но мы должны выиграть, чтобы нас не исключили. А, то есть ты решил, чтобы не исключили, да? Ну, хорошо. Ха, да что этому делать? Терпило он. Да, ты что делаешь? Тимон, ты нормальный? Чё ты Камран пришел? Я тебе сейчас тоже, ты достал уже. Эй, спокойно, спокойно. Может, я как дерзким... Тоже на ринг позвать. Волков, отстань, иди ты в жопу. Ну иди ты отсюда. Терпила. Ну и правильно, идите в жопу. Я все равно обязан выиграть этот конкурс, чтобы нас не отчислили. Дмитрий, вы что так орете, а? Вы если хотите выиграть, это правильный настрой. Так вы же не выступаете. Да, но я решил, что выступить можно.
Не знаю твоих насчет твоих друзей, но надеюсь, получится. Итак, мы в актовом зале. Итак, собственно, вот мы и. Собственно, вот наш шоу «Золотой голос». Итак, первые участники приглашаются из интерната. Это Камран, Волков и Андрей. МС Камран, МС Андрюха, МС Волков. Поехали! Ты треугольники знаешь? Всех любовь. Да, все переподрались. Все переоблюбляли. Поголовно. Но пришла однажды. Наша заучиха. Правила наши. Сразу бисектрису. Мальчики налево. Девочки направо. А с другой стороны. Слушай, что это? Это что за хрень такая? Слушай, Димон. Наверняка где-то в интернете каком-то нашли, да? Какое-то выступление. Что тут за выступление вообще такое, а, Димон? Не знаю. Ну что, как вам? Понравился наш рэп? Хрень полная. Ну, молодцы интернатовцы. А сейчас я вызываю часть в следующих. Алло, пап, можешь купить гитару, пожалуйста? Ну, деньги на дело хочешь, деньги, да? Да, хоть можно мне денег скинешь? Окей, хорошо, без проблем. Ну что, вот, ребята, пришло время самого главного. Сейчас мы исполним, так сказать. Сейчас самая главная группа, так сказать, заключающая. Это группа Шегаша. Пожалуйста. Дерзкий, Дмитрий, Полина и Александр. Прошу, выходите на сцену. Твоя красная помада, мы гуляем по закатам. Ты вдыхаешь запах лета, я лечу к тебе кометы. У меня в портфеле две бутылки нашей любви. Хочу идти домой, хочу гулять до луны. А может все это к черту, мы забросим учебу и уйдем подальше от проблем. Может все это к черту, всю эту работу. Я хочу быть с тобой, не хочу быть ни с кем. Прогулки по городу, прикольные истории и сладкая вата одна на двоих. Вечером в парке, а днем сидим за партой, ручкой в чистой тетради. Мы рисуем наш фильм, нарисуем баллоном сердца на три стенах. Мы только вдвоем, любовью по венам, крики по школе, но нам на все пофиг, это наша love story. А может все это правда, мы забросили учебу и ушли подальше от проблем. Может все это правда, мы забросили учебу и ушли подальше от проблем. Твоя красная помада, мы гуляли по закатам. Ты вдыхала запах лета, я летел к тебе кометы. У меня в портфеле были две бутылки любви. Не хотелось и там, я хотел гулять до луны. Фу, браво, браво! Ну что, все молодцы, отлично просто. Вот это и есть наши победители. Молодцы. Дима, красавчик. Спасибо, Владислав Павлович. И знаете что, я хочу еще кое-что передать вам. Говорите, Дмитрий. Я хочу сказать, что да, это школа, место, где мы учимся, да, получаем знания, получаем новых друзей. Но хочу, так сказать всей своей команде, всем своим друзьям, что я
совет я... Мы, так сказать, решили, что... Давайте отдадим победу интернатовцам. Все-таки они тоже неплохо успели. Вот. Дмитрий, ведь можно же это сделать, завуч? Сделать, конечно, можно, но зачем? Ну, просто они реально заслужили. А знаете что? Да, согласен. Ведь у интернатовцев же там проблемы в интернате, там крыша там протекает, нет денег. Так вот. Вот мы отдадим им победу, и они выиграют деньги. Они, так сказать, опять вернутся в свой интернат. В смысле вернуться? Мы думали, что нам победу настоящие деньги дадут. Деньги вообще-то уходят на учебу вообще-то. Чё, нас обманули? Ха-ха-ха! Да! Так вам. Короче, молодцы. Ну что я могу сказать, Дмитрий Александр? А где еще двое? Молодцы! Кстати, хорошо спели, выступили. Молодцы, просто молодцы. Особенно Дмитрий. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Короче, я пойду в кабинет, кстати. Вы молодцы, вы не отчислены. Продолжайте учиться. А интернатовцы что будет? Они в интернат вернутся. Ну что, я пошел. Димон, ты что? Ты реально решил выступить с нами? Да, я решил, что проблему надо исправлять. Мне тем более Владислав Павлович тут сказал, что надо взять себя в руки. Молодец, Димон! Разве не знаешь, что Дерзкий на это скажет? А нам ничего не надо говорить. Мы же здесь, мы все слышали. Знаешь что, Димон, хочу тебе сказать огромное прости, пожалуйста. Я был все-таки что-то на тебя напал сильно. Слушай, спроси, пожалуйста, что на тебя обматерил. Просто реально, я бил себя как-то хреново, что-то чувствовал себя. Короче, Димон, давай будем друзьями. Ну давай. Слушай, Димон, вот если бы не ты, то бы нас тогда бы точно отчислили. А ты помог нам, а еще интернатовцев прогнал. Все. Победа. Ну что, мир? Да, мир. Дима, я вот так подумала, что... Прости меня тоже, я была не права. Давай заново все будем мутить. Давай заново встречаться. О, Полина, ну давай заново попробуем все наши отношения. Ну что, Полина, наши отношения вернулись? Ну что, Димон? Собственно, вот мы друзья. Ну, теперь не будет никаких проблем. Правда, со Светланой Игоревной надо разобраться. Короче, ну с Германом, я не знаю. Германом тоже разберемся. Дима! Мужик, хорош. Что знаю. Молодец. Выступили хорошо особенно. Мне понравилось. Ну, спасибо, Владислав Павлович. Все, я пошел. Димон, тебе даже Владислав Павлович хвалит? Слушай, Димон, прости реально за то, что тебе кричал сегодня, за то, что тебя напал. Я как-то не... Что-то на меня напало так резко. Извини, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы снова друзьями были. Мир? Да, мир. Ура, все вернулось. Ладно, пошли домой. Одноклассники мои. Да, Димон, если что, прости еще раз. Ладно. Я уже тебя простил, Дерзкий. Ну что, пошли? Ну, чуваки, собственно, вот такое вот видео у нас получилось. Дарья, спасибо за просмотр, что смотрели. Дарья, такой вот и всего конец. Собственно, спасибо за просмотр, что смотрели. С вами был Гриша, всем пока.